Хорошо быть православным или плохо, что я не баптист, а то бы тоже сейчас там где-то играл на баяне, или плясывал, или что там. За всем этим такое прям большими буквами комфортное христианство. Ваше что, без платков молятся? Девчата, да? Нет, вот такого. Такие бы холеные. Вот холеный, ну, христианин. С брюшком. Да, с брюшком, конечно, это не дело. Ой, как хлопнул бы по этой мерзости. Вот такая мерзость, да. Вот такая. О чем беседовать можно с ним? О чем? Абсолютно да. Ни о чем. О постах ты не побеседуешь с таким да. человеком. О Слове Божьем тоже. У нас газеты есть с собой, которые мы распространяем. Бритый в галстуке. Галстук. Когда они ввели его в масона, устав опубликовали. Угу. Если костюм у масона, правило, вот у меня два всего только здесь, уже никак. Последняя пуговка должна быть расстегнута. Видишь, тем более они вот так вот подойти и сказать, ну вот поставить неверующего человека с тобой, хорошо, вот там, и кого-то взять со стороны, скажи, где верующий, где неверующий, он же не скажет. Да. Потому что вы ничем не отличаетесь абсолютно. А вот поясок был бы и рубашка, было бы намного лучше. Даже один вопрос, почему ты без пояса, никогда не ответит. Давайте так сделаем. Мы сейчас попоем здесь и не будем устраивать. У нас, у вас. Нет, как это? Нет, Господа прославим. Господа прославим. Ну, вы спросили, я сказал. А прийти попеть, это у них есть. Я говорю, ну мы не коты, что все время мурлыкать. Мы послушали, и теперь давайте побеседуем. Ой, даже шапка-то на глазах скажу у меня. Ну и что? Все равно я вижу. Скромные, хорошие девушки. Косы у всех. Да, вот и что. Косы у всех такие красивые. Ну вот наши милые. Стояли все до одной в платочках, они без платка резко видно. Стоят наши братья все с бородами, все там без бороды. То есть, ну, где-то, где бы они ни были, разницы не увидишь. А тут резко просто. А это, гляжу, девчонки, это тоже груди разрезанные там от этого вот. Ошейник должен вот где быть. И они такие консервативные довольно, даже в интернете их не найдешь. То есть да. Такие строгие довольно у них семьи. Это не от строгости, а безразличие. Рассказывали про семьи, что у них в семьях по 12, 13, 15 детей в семье. Для меня это было очень удивительно. То есть они, похоже, по одному человеку из этих больших семей взяли. Вот. И когда смотрят много детей, это не говорит о святости, а о полном невоздержании. Она еще грудью кормит и уже беременная. Нет, это ни о чем не говорит, абсолютно это ни о чем. Это говорит не о святости. И поэтому о том, что там было больше, то нигде в святых даже мы не находим, чтобы ну, по церковному это было какое-то великое благо. Нет этого. А тем большинство у них, это означает ни прикиста, ни поста, во время поста муж с женой не знается, ничего нету, совершенно. У животного есть, если она беременная, матка уже не подпустит, а это нет, значит, непрерывная, тут глубже надо смотреть. А теперь дети эти куда пойдут, церковь не знают, я у них был, жалобы на детей, в мир идут. Ну, мне вопросы задавали, женат я или нет, и сколько мне лет. Ну и, видать, может, как бы присматриваются, кого там, женихов посмотреть. Приехали-то не зря, да. Ну, да. И можно было мысли прочитать наши и ихние, наши мысли. Мы смотрим на них, они без платков. Ну ничего, нам бы ее только перетянуть, а там бы мы уж платок оденем. А они думают, ничего, нам бы его только перетянуть, а бороду там мы подстригем. Ну да. Ну, наверное, я так думаю, что Господь, наверное, не зря их сюда посылает. Значит, что-то, значит, все-таки, может, где-то ну, что-то и пробьется. Ну, это мы не можем заглянуть. Хорошо, вот они уехали, мне, я думаю, хорошо, слава тебе, Господи. Может, еще раз приедут, кто-то, кого-то Господь коснется, и кто-то станет православным. Я с этими мыслями был. А ты?